Всем привет! Вы смотрите видео о главных изменениях оперативников Калибра в обновлении 0.21.1. В этот раз вас ждет глобальный ребаланс целых двух классов. Любители снайперов с болтовыми винтовками, возрадуйтесь! Ваших бойцов ждет значительное усиление. Мы увеличим урон, бронепробиваемость, точность и скорость сведения. По нашей задумке, именно снайперы должны быть способны нанести наибольшую часть урона в бою. А вот у штурмовиков другая роль. Они не должны быть универсальными бойцами, какими являются прямо сейчас. Поэтому у всех них будет снижена живучесть. Любителям штурмовиков в 0.21.1 предстоит пересмотреть свою тактику. Советуем использовать высокую мобильность бойцов и действовать стратегически, без лобовых забегов к базе врага. Медик Фрейер стал настоящей грозой нового режима «Рубеж». Возможность лечить союзников по всей карте сделала его в разы полезнее всех других медиков. Мы постарались его ослабить так, чтобы он не имбовал в рубеже, но при этом сохранил свои способности и приносил пользу команде как медик. Теперь способность касания Идун будет восстанавливать здоровье союзникам не моментально, а в течение 5 секунд. А лечить себя оперативник сможет при восстановлении выносливости на удержание клавиши способности. Все оперативники с дымовыми гранатами получат добавки, то есть еще больше дымовых гранат. Используйте дым тактически и чаще. Создавайте ситуации для маневров. Перекрывайте поле зрения врагам, особенно снайперам с болтовой винтовками. Они станут в обновлении сильнее, вы помните? Также мы увеличили скорость активации дымовых гранат после контакта с поверхностью. Больше не нужно гипнотизировать гранату взглядом, надеясь, что она так быстрее сработает. Способность штурмовика Перуна из Альфы значительно усилена. Теперь, во время действия способности на вылет, дополнительно увеличивается скорострельность на 30%, снижается отдача и полностью пропадает разброс. Также усилили ЛЦУ в прокачке, он теперь снижает разброс на 15% при стрельбе от бедра. Но Перун штурмовик. А как мы говорили ранее, он вместе с другими противниками класса лишится части здоровья и брони. И наконец, штурмовик Шоуэй и медик Яован получат увеличение скорострельности и снижение разброса у основного оружия. Все эти изменения призваны создать более интересный, сбалансированный и тактический игровой процесс. Игрокам предстоит в первое время адаптироваться к новым правилам игры и пересмотреть свою тактику для достижения побед. А на этом все. Полный список изменений смотрите в статье о ребалансе. До встречи в бою!